У открытым чемпионате краины по плаванию приняли удел лепшие спортсмены шести краин Европы: Беларуси, России, Латвии, Украины, Азербайджана и Румынии. Усяго 288 человек. Сярод их основный склад сборной Беларуси, який зараз рыхтуется до чемпионата Европы. Ён пачнецца 3 жнівня у Глазга. Акрамя розыгрыша узнагарод, у Бресте спортсмены могли выканаць норматив для выступления на чемпионате свету на короткой воде, який 11-16 снежня пройдзе у китайском городе Ханчжоу. Многим это удалось. 9 спортсменов выполнили нормативы на участие в чемпионате мира по короткой воде. Осталось 3 недели до их основного старта. Мы результатами очень довольны. Для того ж, еще у первый день чемпионата мужчинскому квартету удалось обновить национальный рекорд у эстафете – 4 по 200 метров вольным стилем. Попереднее национальное достижение, до речи, трималось больше за 10 годов. Да, это было приятное событие, так сказать. Просто рекорд был довольно-таки старый. У нас эта дисциплина на чемпионате республики по кратоводению включена. То есть ее плыли там, в 2000-х годах начало, то есть рекорд был не сильный. Ну, мы стали, как бы я бы не сказал, что все сильно проплыли, перебили на 6 секунд, приятно. Я думаю, что будем продолжать эту дистанцию дальше перебивать, надеюсь. Ну и пока есть хороший результат. Акрамя эстафеты, Илья проплыл и шмат персональных дистанций. У многих перамог и выканал норматив для удела у зимовом чемпионате свету. Тому не дивно, что своим выступлением у Брестском чемпионате краины он застался вельми задоволенный. Был такой нагруженный старт, я стартовал много дистанций, все свои там и много дополнительных. Ну, некоторые нюансы в технике еще не получаются, еще есть время для, так сказать, формирования формы до чемпионата Европы, тейпирования. Ну, будем делать еще акцент, потому что не получилось поправлять. Я думаю, чемпионат Европы будет на пик форму. Брестская вода оказалась легкой и для 18-годового юниора Константина Курочкина. Он перемог на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем и выканал норматив майстра спорту международного класса. К этому результату я готовился, наверное, целый год. Так как этот результат нужно было показать. Такой шанс дается не всегда. Ближайшие планы – это юношеские Олимпийские игры в октябре этого года. Сейчас я, конечно, отдохну и начну подготовку со свежими силами. У заключный день чемпионату Алина Змушко установила еще один национальный рекорд на дистанции 100 метров брасом. По выниках турнира у агульнокомандным залику первое место завоевала команда Минска. Команда Брестской области финишировала на 5-й позиции. Олег Завадский, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».